Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео поговорим снова о KTP, ну и о Merge by Amazon, можно так сказать. О бесплатных таких расширениях, которые я сам недавно узнал, очень полезные оказались. Хочу поделиться этой информацией. Да? Вот существует два бесплатных таких расширения, которые помогают исследовать популярные ниши, да, и подбирать ключевые слова для ваших книг, когда загружаете уже на Amazon, да. Также футболки там касаются, да, чтобы использовать эти ключевые слова там в заголовке, в описании, в тегах. Они помогают раскрыть невидимые глазу это поисковые запросы. Ну, то есть, да, вот я перейду сейчас на Amazon. Видите, я, допустим, да, введу слово, давайте, вот мы если ищем, да, ну, на какую-то тему, да, какие у нас популярные, вот, ну, не то, что популярные, а самые такие набираемые, да, показывают вот слова, да, в основном их как используем как теги, ключевые слова, ну, где-то можно вставлять их в заголовок, в описаниях, да, но, о которой я хочу показать эти расширения, да, которые установим, они показывают, ну, еще пробел так делаешь, когда они показывают еще возможные ключевые слова, которые используются на этой площадке, которые люди вбивают и ищут. Ну, то есть мы будем сейчас касаться книжек, да, я вот ставлю вот Coloring Book, да, допустим. Вот, нам сам Amazon показывает только вот один столбец, да, ключевых слов, которые там ищут в последнее время, да. То есть, а мы сейчас сделаем как? Перейдем на первое, что нам нужно, да, вот это расширение, которое, видите, вот показывает, вот, видите, пример, ключевое слово, да, два даже. И Amazon, вот это первая колонка, которую он всем показывает, а вот это скрытые от всех, да, которые ключевые слова тоже выводят, может выводить к продажам. Люди их тоже набирают очень часто, популярно. Вот их можно при загрузке книги использовать, да, там требуется ключевые слова вводить, вот эти, их в описании вставлять, в титлы, там, в заголовки, вот эти ключевые слова, запросы, что очень помогает продвижение ваших книг. Так, сейчас перейдем на русский, да, вот. Эти количество поиск, вот, расширяет количество поисковых предложений, отображаемых в строке поиска Amazon, показывая ключевые слова, которые Amazon предложит до и после введенных вами ключевых слов. Работает на рынках США. Ну, в общем, обширное приложение, расширение, да. Я устанавливать не буду, у меня уже установлено. Сейчас покажу, я зайду в дополнение в браузере и включу их. Вот, да. Ну, все эти расширение будет в описании под роликом, да, раскрывать и переходить. И второе расширение нам нужно, ну, можно и его и не устанавливать, но желательно вот два их установить, это очень удобно, да. Вот когда вы перейдете на какой-то товар, ну, на какую-то книгу, допустим, с вашей нишей, да, и посмотреть, какие у них БСР, да, он показывает это, ну, какие ключевые слова этот человек пишет, в каком рейтинге там находится. В общем, смотреть, что сейчас более популярно, какой там, например, книжка, раскраска на какую тему, там, какое, допустим, животное там популярно в этой книжке. И смотреть, он сразу открывает вам ну, вот этот полный список всего. Бестселлер он или нет, там, БСР, на каком месте находится. Вот, допустим, да, мы, ну, давайте вот, вот так откроем любую книгу, да. Нам он здесь ничего не показывает, никакой информации, да. А вот здесь, как они показывают, да, вот так будет как бы всплывающее окно все показывать на вот эти дела, да. Так, это они специально так делают, да, чтобы вы расширение помогает, чтобы, ну, чтобы это посмотреть, надо переходить на каждый листинг, допустим, да, и спускаться вот сюда вот вниз, смотреть, какой у него БСР. Все это долго, да, если каждую эту нишу исследовать. А так вы зашли сразу на вот
книги. Тут открывается окно и показывают их бестселлер, там на каком месте они находятся, да. Можно сразу вот так одним взглядом все вот эти книги просмотреть, да. Что лучше продается, да. Ладно. Сейчас я, смотрите, вот у меня эти дополнения, вот оно установлено, я его просто включаю, вы установите, там ничего сложного. И второе, вот, поиск. Нам сейчас что нужно? Я вернусь обратно, так, на главную Amazon, да? Все, мы эти расширения установили. Все, я также, да? Смотрите. Я обновлю страницу, чтобы расширение заработало. Так, все. У меня вот вроде их два устанавливаешь. Первое не отображается как-то, а вот второе отображается, где вот для поиска. Тут настройки, вот эти галочки вот так поставьте, да, как у меня на расширение, посмотрите, да. Тут можете почитать, вот они для другого расширения, там скидку предлагают. Это еще расширение бесплатное. Ну, сами полазите, кому надо. Мы сейчас о другом. Ладно, все, я также пишу свое ключевое слово. Там, анимал. Видите, вот. Вот что показывается, да? Вот, я, например, на тему животного хочу, да, чего-то. Ну, какой-то дизайн или что сделать, да? Вот, популярные ключевые слова, а это, вот, люди тоже вводили этих. То есть эти слова можно использовать для тегов, описания, их желательно в описание, в название вставлять, да, это тоже ключевики. Я вот так вставлю Coloring Boom, да? Так что нас книги интересуют. Книги, то есть раскраски переводятся. Вот, да? Amazon нам предлагает вот для всех видимость, да? Их каждый, по ним тяжело конкурировать, да, по этим словам. Так как их часто все используют, да? Вот, сужает нам тему, да? Можно вот, вот эти какие-нибудь слова для тегов брать, использовать, да? Я вот, давайте... вот это, ну, сюда нажмем, перейдем, вот, посмотрим запрос. Ну, я так, конечно, каждый сам для себя выбирает нишу. И вот, да, про которую я говорил, расширение, вот это второе, да, она нам показывает сразу, какой бестселлер рэнк, да, у этой, допустим, книжки. Вот, вот это хорошо продается, 39 тысяч всего, да, ну, 40 тысяч, вот, все, можно вот, да, посмотрел, также наподобие панды что-то нарисовал, да, вставил такие же ключевые слова, вот, хорошо вообще продается. Но это вот сейчас я показывал, это, видите, спонсор, это рекламная, да, а вот который безрекламный, да, в основном 2000 всего, это вообще он каждый день их продает. Вот можно, например, на эту тему, да, книги анимал животных делайте, да, вот все прочитал его описание, да. Как бы ваш конкурент, исследуйте конкурента своего, да. Все вот эти, он выделяет черную, ну, ключевые слова, запросы, вот, которые мы ищем, да, показывал. Вот. И выходить вот на эти бестселлеры, тоже у них смотреть, как, что, описание, размер книги, сколько страниц, да. Всего 48 страниц. Вот эти вообще 2000, это вообще каждую... час, наверное, продает эту книгу. Ладно, вот, да, у него ключевые слова, титул, все вот это. Можно зайти к нему, посмотреть, что наподобие, там, какие рисунки, да. Вот, простые рисуночки. Вот, да, корпораль. Все, раскраска, да. Ну, ничего сложного, в принципе. Любой может создать такую книгу. Просто вот, он по этим тегам, ключевым словам пробивается вверх. Переходите к кому... занимается Амазоном, книжками, мерч баем Амазоном, да, и устанавливайте себе эти расширения для продвижения ваших ключевых слов, товаров, книг. В общем, полезное. Я вам рассказал своими словами, как я знаю, да, сам начал недавно только использовать, да, вот, видите, да, для всего, вот, для мерча можно использовать это все. Более-менее понятно объяснил своим языком, как я сам знаю, да. Сам стал их недавно использовать, эти расширения очень удобные. Переходите, в описании под роликом будет ссылка на них. Скачивайте, устанавливайте, исследуйте нишу, ключевые слова записывайте при загрузке книг.
и облегчайте себе работу с этими бесплатными приложениями. Ну, всем счастливого онлайн-бизнеса. Пусть ваши книги выходят в бестселлер. Всем до свидания.